Электрички возвращаются в нашу область. На пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства области заявил о проработке вопроса организации транспортного обслуживания населения на пригородных поездах. Напомним, в конце прошлого года в России массово прекращали свою работу электрички. Для решения этой проблемы правительством было принято решение об обнулении ставки НДС пригородных компаний. Кроме того, для возвращения электричек РЖД снизили ставку на аренду своей структуры. В свою очередь, правительство области увеличило до среднего размер тарифа по региону. Такое решение вопроса не могло случиться без прямого указания президента на проблему электропоездов. Естественно, для решения общегосударственной задачи нужно было вмешательство президента. То есть ранее вы не могли обнулять эту ставку? Это не наши полномочия, полномочия федерального правительства. То есть, чтобы в регионах ездили электрички, для этого нужен строгий указ из Москвы. Характерно, что после жалобы на прямую линию Владимира Путина восстановили балашовское направление. И вроде бы по высокому указу проблема решена. Только решена она с помощью повышения тарифов и отдачи перевозок в одни руки саратовской пригородной пассажирской компании. Роман Козлов, Анатолий Милосердов, Открытый канал.